С 1 марта по 15 октября текущего года проводится прием заявок на участие в первом всероссийском фестивале-конкурсе православной и патриотической жестовой песни «Отражение души» среди лиц с нарушением слуха и слышащих исполнителей. К участию в конкурсе приглашаются дети, учащиеся и творческие коллективы образовательных учреждений, школ-интернатов и отдельные исполнители из числа лиц с нарушениями слуха, а также слышащие исполнители, активно занимающиеся жестовым песенным жанром и изучением жестового языка. Конкурс проходит в два этапа. Первый отборочный заочный этап проводится с 15 по 30 октября. Компетентное жюри рассматривает присланные видеоролики исполнителей с заявленными номерами и принимает решение о проходе кандидата во второй, финальный этап. Второй этап проводится 19 декабря 2019 года. Заявки на участие в фестивале-конкурсе принимаются по электронной почте. Телефон для справок 8 913 985 27 12.